Всем доброе утро, меня зовут Анна, вы на канале Аннушка Санкт-Петербург Влоги. Мы недавно переехали в Парголово и сейчас мы не посещаем садик. Посмотрите, какая у меня машинка, хотите попробовать посмотреть, как она ездит? Хотим. Смотрите, если машинка врезается, тогда она уголкается. Жди, вот там сейчас Данечка уберет сначала щеточкой, а потом ты тряпочкой. Посиди спокойно. Посиди спокойно. Ой, какой белый матрасик. Был. Да. Сейчас мы все быстренько. Вот, Даня лезет туда. Ай. Ну куда ж ты идешь? Ты не видишь меня? Господи, в глаз ему чуть не тыкнула рукой. Ты мне в ухо. А, в ухо. Так, от угла начинай вот от Вики. Вика, ножки убирай. Ура! Инструкция понята. И до самого столика веди, это 3 секунды. Быстро, быстро, быстро. А Вика сзади тряпкой пошла мокрой. Все, отлично. Я буду руководителем. Я хороший руководитель, Тёма? Плохой руководитель? Они меня не слышат, не понимают. Отожми только тряпочку, пожалуйста. Хорошо, хорошо, отожми. И приходи под столиком. Даня потерялся. Эй, работник, который исчезает. Я ее делаю. Вика! Ты тоже баловался. Что такого? Выравнивайте, выравнивайте. Потом стряхивайте пыль. Не ползать уже по нему. Кто там пищит? А как у нас красиво. Мне можно давать соседку и пленку. Сазаршу просто. Эй! Ну да, нет. Зачем? Вообще-то я ее хочу класть сюда. А ты не забирай. А мне надо. Она же кладет в кастрюльку. Она их хочет, наверное, положить в кастрюльку фантики. Нет, я хочу в мусорку фантики. Последний раз сделал. Ну так близко-то он не помещается, отходи. Вот. Я сделала сосиски. Да, сделай ему много ручек, и тогда будет у тебя волосатая сосиска и будет повкуснее. О, у Вики много волос. Но вытяни ее дальше в эту сторону, вот так тяни. Сосиски получились, что очень забавные. Правда, дети их сразу же съели. Вот, и я не успела вам их сфотографировать. Ну, Даня съел только сосиску. А Вермишель что-то не стал есть. Тут у нас все мигает, все без конца кушают, пьют. Вот только что Вика чай попросила, опять убежала. Мы выполняем задание от полиглотиков, фоткались на фоне елочки в колпачке, как видите. А вы просите меня показать уборку, но от уборки до бардака буквально 5 минут. У Тёмы сегодня все убрали, там уже снова все попрыгали по кровати ногами. И очень у нас все это быстро, прям вот где было, все так и бросается у нас. Начали играть в эрудит. Чуть-чуть поиграли. Кстати, Даня очень хорошо понял правила и стал выстраивать слова, чтобы они попадали на цветные клетки, чтобы умножались буквы. Цена за букву, очки за букву и за целое слово. Я даже не знала, что за слово можно умножать. Вот, поиграли, все брошено, но убирать боюсь. Вот, еще у нас тут сам федерального значения нашего папы день рождения. Мы хотели ехать встречаться в центр, но у меня вообще нет никаких сил. Я вот похожу, полежу. Даже я ничего не убирала, убирали дети. Вот, поэтому предложила я, да господи, отсвечивает, да,
предложила я ему приехать к нам в гости. Как я боюсь это делать, но я так, короче, сделала. Вот. По видео звонили, поздравляли мы. И я говорю, сейчас скажу адрес, хочу видеть твое лицо. Ну, мы в этот район ездили к нему на объект летом. Спасали его от ватной палочки. Да, там такое видео есть. И на картинке ватные палочки изображены. Короче, я смотрю на его лицо и говорю ему название улицы и дом. Он такой, что? Вы что, снимаете? Я говорю, нет, мы не снимаем. Я говорю, ничего не скажу, ничего не скажу. Он такой, ну ладно. В общем, я ему сказала, чтобы он ничего не критиковал, что мне очень тяжело дался этот... Ой, ногу не поставить никак. Тяжело дался переезд, говорю, только восхищенные взгляды, никакой критики, пожалуйста. Вот, что я сегодня совсем слабенькая, очень мне плохо, ночью было плохо от нервов, по-моему. Хотела вам записать видео, как я спасалась от головной боли. Но сейчас надо поесть, пока не убежали. Вот я третий раз себе сейчас подогревала эту еду. Не получается поесть, потому что то одному, то другому что-то надо. Вроде сейчас взяли машинки и ушли. Давайте-ка я быстро поем. А если получится, я расскажу. А, Вике, черный носик, белый хвостик. Вот так. Вика, у тебя есть там ложечка твоя? Нет, спасибо. Иди за ложечкой. Вот здесь стой. Не вот здесь. Ничего. Мама, ты потом сходишь. Папа, Вы меня обыграли ровно, даже не ровно, а больше, чем в два раза. 21 плюс 21 это 42, у вас по 47 с папой. Вот так вот. Поиграли. Буду Вику показывать. Поиграли. Вырудит. Папа в шоке. Детишек. Ну сколько он тут провел, интересно. Сколько он провел? Ну, часа, похоже, 2,5-3. И опоздал на 2. Так что ждали долго. Весь день посвящен папе. Один букетик для меня, один для Вики. И папа пошел в Wildberries получить нам заказ. Удачно зашел, как говорится. В общем, все сошли с ума от шума. Папа еле выжил. А дети перевозбуждены от радости. Нельзя ногами, нельзя ногами. Если вы будете тихо, то Тёма включит вам фильм. Я хочу телефон. Давай снимем все наши покупки. А тут и снимем, ладно. Так, папа принес нам из Wildberries'а. Я давно все заказывала и все лежит. Сертификат, чтобы Вике на прививочке вписать мне в поликлинике. Вике, колготки, это самое дорогое. Вике, совочек, неси туда. Эй, я хотела посмотреть свой чехол. Данечке. Чехол не подошел. Значит, нельзя выкидывать, сдам его. Ой, в какой же он был? Ха-ха-ха. Авось подписано. 111 сертификат. Короче, чехол надо сдать. А, все это 111. О-о-о. Трусы не подходят, шарф не подходит. А можно я его себе? Нет, 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 он не подошел. Комплект щетка с мед. Ты... Так, дальше. А тут не написано. Может, вот это? Чехол велик. Не можете себе представить даже. Так странно выглядит, все как надо. Все как мой телефон. Прекрасная штучка, и он велик, на пару миллиметров он болтается, и кнопочки боковые не совпадают. Я уже заменила того. Вот, а этот отнеси в ту комнату, где чужие вещи лежат. Угу. Это не наш некрасивый совок. Чехол Тёмин сдали тогда. И этот, ну что за чехлы? А Дане повезло, у Дани все подходит. Папа какой-то подарок вам принес, вы даже его не посмотрели. Так коробочку какую-то, да. Шарфик хороший, Данечке. А, ну это мне свою махорню. И папа мусор вынес. Очень даже хорошее дело. Эмоционально перегруженный день.
короче, мне не открыть эту крышку. Надо было попросить открыть. Жесть какая. Вообще не открыть. Давай мне свои ноги. Ура, счастье есть. Ура, крышка есть. Счастье есть. Ой, господи. Я тогда вот вроде открыла. Ура! У нас есть крышка с ручкой. Это очень важно. Мне всегда были неудобные без ручки. Погоди, терпение. Вот еще наклейки надо каким-то чудом отковырять. Или не отковырять. Девочки, какой там способ забыла? Под водичкой. И подождать, наверное. Зелененькая. Мелочь приятная. Но сколько полиэтилена потратили? Вы посмотрите в Wildberries. Это там в пупырышках и без пупырышки полиэтилен. Ура. Я в жизни не видела. Какие, вот. Где папа взял такие конфеты интересные? Вот такой высоты конфета. Она кубик такой. Счастье. Он пошел в Wildberries и вернулся с этими конфетками. 10, 12, свеженькая. Покажите. Покажи. Ну что, с брусникой, наверное, Данечка будет. С черносливом. Это забыла с чем. С базиликом и фисташками. А ты с чем, Вика, будешь? Вот эту красненькую? С грецким орехом и карамелью. Ну, может быть, тебе понравится, не знаю. Попробуй. Бери, бери, бери. Тёму надо спросить. С грецким орехом в горьком шоколаде он хочет? Или с фисташками и базиликом в молочном? Спроси Тёму, в молочный шоколад он любит или черный? Тёма! Хорошие дети. Как будто ничего не происходит. Спасибо, Эмма. О, Боже. После развода наших родителей.